Этот храм я помню столько же, сколько себя. Здесь меня крестили. Сначала в храм меня приводила бабушка, а затем я стал прибегать сюда сам. Богослужение, убранство, иконы — все здесь дорого моему сердцу. Но особенно я полюбил святого. Рядом с ним тепло и спокойно на душе. Бывает, приходишь в волнении или мучает тебя какой-то нерешенный вопрос, а приложишься к раке, помолишься, скажешь: «Отче Спиридоне, помоги!» И сразу же обретаешь мир и покой. Каждый раз, когда я соприкасаюсь со святым Спиридоном, меня охватывает благоговейный трепет. Его мощи обладают удивительными свойствами. Они не только нетленны, но и сохраняют мягкость живого тела и имеют постоянную температуру – 36,6 градусов. Храм святителя Спиридона Тримифунского на греческом острове Кергера. Вот уже несколько веков история острова неразрывно связана с именем этого святого. В православии святителя Спиридона почитают наравне со святым Николаем Чудотворцем. Он стал покровителем Керкеры, несмотря на то, что его родиной и местом служения был остров Кипр. Возможно, по его воле в 15 веке именно здесь, вдали от Кипра, святые мощи обрели покой. Господин Георгиас несет здесь послушание и присматривает за ракой. Святой вечно живой. Для нас это счастье, любовь и покой. Мы стараемся служить святому как можно лучше. Ежедневно мы видим множество примеров людей, имеющих проблемы со здоровьем. И за короткое время болезни уходят. Спиридон помог моему отцу, когда он находился в больнице. Ему делали хирургическую операцию. Он увидел святого Спиридона, тот сказал ему: «Никон, не бойся, я буду идти впереди, а ты иди за мной». И они вместе с ним переходили озеро в высоких сапогах. Впереди шел Спиридон, а отец шел за ним. Операция длилась 8 часов. Хирурги думали, что он не выдержит, но отец выдержал. Остров Керкера омывается Ионическим морем. Горы, покрытые кипарисами и оливковыми деревьями, песчаные бухты и пляжи, неприступные скалы, разнообразие архитектуры, венецианские лоджии, дворцы в английском стиле, византийские храмы, средневековые рыцарские замки – все это остров Керкера. Богата и насыщена его история. Само название острова происходит от имени мифической героини – нимфы Керкеры. Согласно легенде, Посейдон перенес сюда свою возлюбленную, в честь которой и назвали остров. Он расположен на перекрестке морских торговых путей между Западом и Востоком. Тот, в чьих руках находился остров Керкера, контролировал судоходство в районе. Поэтому остров привлекал к себе взоры многих завоевателей. Они пленялись его красотой. Римляне, ромеи, венецианцы, французы и англичане внесли свой вклад в развитие острова. Но особый след оставили здесь венецианцы. 400 лет их управления островом не прошли бесследно. Это отразилось на архитектуре, храмовой росписи и богослужении. В праздничные и воскресные дни церковный хор поет под аккомпанемент органа. Много
страданий и испытаний перенес народ Керкеры за свою многовековую и удивительную историю. Святой Спиридон стал для жителей острова надежной опорой и защитой. Мы каждый день чувствуем присутствие святого. Все местные жители, керкерцы, не начинают своих дел, пока рано утром не придут к святым мощам, чтобы поставить свечку, помолиться, приложиться к покровителю и отцу нашего острова, после чего с миром идут заниматься своими делами. Это они делают не по привычке, осознательно. Также и дети, которые идут в школу, сначала заходят к святителю Спиридону, а после идут на уроки. Этот остров — единственная территория Греции, которую так и не смогла завоевать Османская империя. В 1716 году турецкая эскадра окружила Керкеру и готовилась к нападению. Внезапно в небе над островом появился образ старца с огненным мечом в руках, и турки обратились в бегство. Впоследствии они узнали, что Керкеру оберегает святой Спиридон. С тех пор началась традиция совершения крестных ходов в честь святого с обнесением его мощей. Он покровитель и блюститель этого острова. Во время крестных ходов святой осматривает остров, проявляет свое присутствие, благословляет народ, дома и магазины, жителей. Керкерцы очень почитают святого Спиридона. В средние века остров получил второе наименование – Корифа, от двухвершинного акрополя, возвышавшегося над городом. Отсюда и современное название – Корфу. Хотя местные жители признают только одно имя своего любимого острова – Керкера. Средоточием общественной жизни на острове является одноименный город. В его центре и находится храм святителя Спиридона. Спиридон почитается в Керкере и всех окрестных островах уже много лет. Я верю в чудеса, которые происходили с людьми здесь и по соседству. Если бы я не верил, то не ходил бы сюда каждый день. Я каждый день сюда хожу. Каждый раз, когда мы меняем облачение, видно, что оно изношено. То же самое происходит и с тапочками на его ногах. Наши отцы говорят, что святой много ходит и оказывает помощь. Башмачки, которые снимаются у святого Спиридона, вот эти бархатные башмачки, их расчленяют на маленькие ниточки и кладут в пакетики. И каждый человек острова берет этот пакетик, как они называют здесь, филахто, с собой носит сумки для того, чтобы даже вот это могло ему помогать. Темный цвет лица святого – это следы копоти и пыли. При этом никто из нас не дерзает и не имеет такой веры, чтобы почистить лик святителя. Когда мы совершаем молебны и меняем тапочки, то на его ногах мы видим нетление. Стопы святого по цвету более желтые, чем моя рука. Правда, чуть темнее естественного цвета человеческого тела. Когда мы притрагиваемся к телу святого, то на коже остается вмятина, которая потихоньку выравнивается. Как мощи столь прославленного святого Кипрской церкви оказались на этом острове? 300 лет мощи святого Спиридона покоились в Тримифунте, городе, где он служил. В 7 веке от Рождества Христова начались нападения сарацин на Кипр. Чтобы спасти святыню от поругания, в конце 7 века мощи святителя Спиридона были перенесены в Константинополь. После взятия Константинополя турками-османами в 1453 году греческий священник Григорий Полиевкт спас мощи святых Спиридона и императрицы Феодоры. Он перенес мощи на остров Керкера. Эта территория не была завоевана турками. С 1386 года остров находился под властью венецианцев.
4 декабря 1577 года венецианские власти выделили в центре города участок для строительства храма в честь святого Спиридона. В 1589 году храм был освящен, и туда были перенесены мощи святого. С тех пор этот храм стал родным домом великого святителя. Один человек во время кораблекрушения просил святого, чтобы тот спас его. Он воскликнул: «Святой Спиридон, спаси меня!» И тут же некий старец вытянул его из моря и спас. Когда же он оказался на суше, то сразу же пошел к святому Спиридону, чтобы поблагодарить его. Возле храма кто-то сказал ему, что мощи закрыты, святой не открывает. «Но почему?» — спросил он. Оказалось, что в момент кораблекрушения священники не могли открыть раку. Но когда он вошел в храм, тогда рака открылась без труда. И все увидели, что в ногах святого лежат морские водоросли. По свидетельству Христодула Вульгариса, великого протопопа Керкеры, жившего в 17 веке, еще в Константинополе от мощей была отделена десница, правая рука святителя. В 1592 году ее преподнесли в дар римскому папе Клименту VIII. С тех пор святыня находилась в Риме, в храме Святой Марии, Санта Мария Инваличелла. А в ноябре 1984 года, накануне праздника святого, десная рука была передана церкви острова Керкера. Спиридон родился в 70-е годы 3 века на острове Кипр, в селении Аския. Подобно ветхозаветному царю Давиду, с ранних лет он пас овец. Впоследствии многие люди, встречавшиеся со святым Спиридоном, удивлялись его простоте. Он был деятельным человеком, принимал активное участие в общественной жизни. Все местные жители прислушивались к его мнению и часто приходили к нему за советом. Спиридон имел обыкновение ежегодно делить урожай на три части. Одной делился с нищими и бездомными. Другую давал взаймы без получения прибыли. А третьей довольствовался сам. Но лично он не давал и не принимал назад, а только показывал кладовую и разрешал самим уносить и возвращать. Очень многие люди, у которых были экономические проблемы, ходили к святому и просили его. И чудом находятся выходы. Некоторые находят работу тотчас, некоторым еще какое-то счастье выпадает. Помогают родственники, друзья. Когда пришло время, Спиридон женился. У него родилась дочь. Но семейное счастье было недолгим. Его любимая жена вскоре умерла. Потеряв близкого и дорогого человека, Спиридон замкнулся в себе и мало общался с друзьями. Во время правления императора Константина за благочестивую жизнь Спиридона избирают епископом города Тримифунт, современное Тримифусье. Историки и жизнеописания свидетельствуют о том, что святитель Спиридон участвовал в Первом Вселенском соборе 325 года в городе Никея,
на котором отцы церкви защищали учение о Святой Троице, выступая против распространившегося лжеучения Ария, отрицавшего божественную сущность Сына Божьего, Иисуса Христа. Согласно сказанию, на этом соборе святой Спиридон чудесным образом защитил учение о Святой Троице. В руках святого кирпич в один момент распался. Глина, из которой сделан кирпич, упала на землю, так же и вода, а огонь поднялся вверх. Чудотворным образом он доказал, что как из этих трех составных частей состоит кирпич, вода, глина, огонь, так и Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, будучи одновременно тремя лицами, составляют при этом одно целое – монаду. По возвращении с Никейского собора Спиридона ждала страшная весть. Умерла его единственная дочь, Ирина. Велико было горе отца, безвременно ушедшая жена, а теперь и дорогое чадо, в которой он души не чаял. Мы не знаем, какую боль он претерпел в связи с потерей своих близких, и можем лишь догадываться, что, несмотря на упование и веру в промысел Божий, ему нелегко было перенести смерть дочери. Тяжелое испытание, выпавшее на долю святителя, закалили его душу и укрепили веру. У него не опустились руки, и он еще с большим усердием принялся помогать страждущим. Только тот, кто сам испытал боль, может понять страдания и нужды окружающих. За благочестивую жизнь и любовь к ближним Господь дал святому Спиридону дар чудотворений и прозорливости. Святитель неоднократно спасал жителей Кипра от засухи, исцелял больных, в том числе и императора Констанция. По его молитвам совершались великие и славные чудеса. 12 декабря я ехал из одной деревни и столкнулся с автомобилем на скорости больше 100 километров. Моя машина разбилась, сплошной кусок железа. Но я вылез живой, с одной только травмой, вот здесь, на голове. Это был день святого Спиридона. Это чудо. Не могло быть по-другому. Это самый лучший святой в мире. Настоящий, мощный. Я к нему сейчас иду. Отсюда до сюда у меня вставлена спица. Была авария, я упал с велосипеда. Не послушал свою жену, выпил вина и поехал ночью. Долго болел, но на меня излилась большая благодать. Я опять езжу на велосипеде. Но сейчас я стал лучше, чем был. Раньше я даже богохульствовал. А сейчас я иду в церковь. Однажды на Кипре долгое время не было дождя. Погибла вся растительность и урожай. На острове начался голод. Людьми овладело отчаяние. Видя страдания соотечественников, святитель вознес к Богу усердную молитву. И она была услышана. Несколько дней на Кипре шел проливной дождь, напоивший землю и восстановивший высохшие источники. А затем, по молитве Спиридона, дождь чудесным образом прекратился. Святитель Спиридон твердо придерживался принципа нестяжания и требовал этого от клириков. К остальным людям он был мягок и помогал не только бедным, но и не вполне преуспевающим торговцам. При этом никогда не брал проценты по судам и строго вразумлял тех, кто стремился к неправедному обогащению. Один торговец неоднократно брал у Спиридона деньги в долг. Причем святитель не следил, когда и сколько тот возвращает, а махнув рукой в сторону ларца, говорил: «Возьми, сколько тебе надо». Так торговец брал в долг с благословения святого и возвращал обратно. Он радовался, что ему не нужно отдавать проценты по суде, и дела его процветали. До тех пор,
пока корыстная мысль не созрела в его сердце – вовсе не возвращать деньги обратно. «Все равно Спиридон не видит, сколько я кладу», – подумал он. И хитрец сказал святому, что все возвратил. После этого торговец потерял весь свой доход и стал бедняком. Он дерзнул еще раз прийти к Спиридону и по обыкновению взять взаймы. Но когда он открыл ларец, то увидел, что денег в нем нет. «Если ты вернул золото, то оно лежит на том же месте. А если оставил деньги себе, то зачем ты ищешь их в ларце?» — кротко сказал святой мошеннику. Жадный торговец обманул себя сам и стал нищим. Смиренный Спиридон простил незадачливого хитреца и отпустил его с миром. А торговец на всю жизнь запомнил урок, стал честным и вскоре достиг прежних успехов. Святитель Спиридон вошел в церковную историю как святой, совершивший много славных чудес. Особенно действенна его помощь в решении житейских, финансовых проблем. Речь не идет о каких-то невероятных суммах. Нам много не надо. Мы лишних денег не просим, но он дает столько денег, сколько надо для жизни. Помогает в работе. Нашей лавке 60 лет. Все мы, жители Керкеры, считаем Спиридона великим чудотворцем и знаем, что он нас сильно защищает. Святой Спиридон пребывал на острове и совершил много чудес, которые известны во всем мире. Все время мы слышим, как многие люди рассказывают: кто-то не имел ребенка, святой помог ему, кто-то болел и выздоровел. Спиридон каждый день рядом с нами. Одна женщина неизлечимо болела и выздоровела. Потом она встала и вымыла пол здесь на лестницах за то, что Спиридон дал ей подняться с кровати. Он всех защищает. До конца дней головным убором Спиридона была обыкновенная пастушья шапка из финиковых веток. В ней его принято изображать в иконографии. Святой прожил долгую, полную испытаний жизнь. И 12 декабря, в возрасте 78 лет, предстал перед Богом. Его тело было погребено в храме святых апостолов в городе Тримифунт. Со временем на этом месте возникла обитель с его именем. Ныне Тримифусия находится в 25 километрах от столицы Кипра Никосии. Обитель опустошена. И лишь название напоминает о былом значении этого места. И после смерти этого великого угодника Божия, Господь, по его молитвам, совершает великие и славные чудеса. Особенно ощутили помощь святого Спиридона жители Керкеры. Четырежды он спасал остров от бедствий, дважды от чумы, один раз от голода и еще раз от турецких захватчиков. Святой совершает чудеса каждый день. У нас есть множество свидетельств, что он посещает больных, онкобольных. Было очень много исцелений людей, больных раком. Исцеляются люди, страдающие и от других болезней. К святому приходит очень много людей бедных, которые обращаются к нему с любыми проблемами, и святой помогает ему. Я помогаю в храме. Вижу разные. Приезжали люди из России с ребенком на инвалидной коляске. И ребенок стал ходить. И теперь они приезжают, ребенок здоров. Святой Спиридон всем помогает, кто просит. Великий святой нашей церкви. Если есть вера в сердце, то обязательно поможет. Я ежедневно разговариваю с ним о новостях, о погоде, урожае, наболевшем. Бывает, даже жалуюсь на кого-то. Он все слышит и ничего не оставляет без внимания. Жизнь у нас на острове протекает мирно и спокойно, под его покровительством. Я верю, что на это послушание меня избрал сам святой, и я ему за это безмерно благодарен.
Остров Керкера – благодатный край, уголок живописной природы, место, избранное Тримифунским чудотворцем. Несмотря на отдаленность острова, этот угодник Божий одинаково близок всем, ибо по данной ему Богом благодати он слышит все молитвы, прошения и призывы о помощи со всех уголков Вселенной. Украшенный всеми добродетелями, житием своим ангелом подражавы, ты, святителю Спиридоне, воистину показался еси друг Христов. Мы же зряще тебя небесного человека и земного ангела, со благоговением умильного пием ти. Радуйся, уме созерцая тайны Пресвятые Троицы, радуйся, обогатившись Духа Пресветлым осиянием, радуйся, светильниче многосветлый, радуйся, умной бесстрастием просветивый, радуйся, из блада истинную простоту и безмолвие возлюбивый, радуйся, украшение целомудрия, радуйся, любви неистощимая струе, радуйся, яко страннолюбию Авраама подражал еси, радуйся, яко всем любви обильно входы дома своего отверзал еси, радуйся, нищий предстателю, радуйся, пред ним же благоговеют люди, радуйся, яко ты си обиталище Пресвятого Духа, радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Видящий остров Кипр и вся христианские страны, нетленные мощи Твоя, Святителю, от них же истекают обильное исцеление, возрадовавшися, и мы, почитающие Тя, яко преобильного источника благодати, ниспосланного свыше нам, вопием к Верховному Подателю небесных и земных благ,
Аллилуйя! 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 Разум божественный и мы, аще сый пастырь бессловесных овец, Ты произволением пастыря начальника Христа избран был еси в пастыря овец словесных, вернее же разумевши тя доброго пастыря, неусыпно о стаде своем пекущегося воспеваху. Радуйся, Архиерей Бога Вышнего в Хиротонии, восприявая обильно божественную благодать. Радуйся, светильниче многосветлый, горяй и светяй. Радуйся, верный делателю в Петрограде Христовом. Радуйся, пастырю на пажите веры и благочестия, пасту свою воспитавый. Радуйся, сиянье добродетели твоих не просвещавый. Радуйся, престолу Христову божественную жертву приносивый. Радуйся, иерарше разумения православия украшенный. Радуйся, апостольского учения, исполненный верных струями спасительного учения напояй. Радуйся, яко и мудрый фазарил еси. Радуйся, яко и простых сердца обновил еси. Радуйся, слава православных и церкви непоколебимое утверждение. Радуйся, украшение Отца славы и похвала Иерея благоговейных. Радуйся, Спиридоне, предивный чудо Творче. Силою Вышнего, осенившую тя, святителю Спиридоне, Богомудр ты показался иси, и сжав дланью глину, троичность лиц всем очевидно уяснил еси. Тем же лжемудрии философии, собравшиеся на соборе, ужасошася, вернее же непостижимого прославиша Бога, умудрившаго тя во спасение вопиюще ему. Аллилуйя! 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 Имеющие тебя в помышлениях своих все отцы собора просто, неискусно в книжнем учении, молиша тебя, Отче Спиридоне, не препирайтесь о словесы святиею, мнящимся мудр быти. Ты же, святителю, ревностью по Бозе располаемый, веруя, яко проповедь Христа не в препрятельных мудрости человеческие словесех, но в явлении духа и силы, премудре того обличив, вразумил и на путь истинный наставил еси, все видевши чудо сие взываху. Радуйся, свете православные мудрости, радуйся, яко глаголем и быти мудрых совопросников посрамил еси. Радуйся, источниче благодатию обильный. Радуйся, непоколебимый столб и твердо содержащий сущих веме. Радуйся, омрачая всепогубную ересь. Радуйся, жизни Божией поправно бысть безумие. Радуйся, яко перземная проповеда твоим рукам о святую Троицу. Радуйся, яко из глины извелось и огневоду во утверждение догмата святые Троицы. Радуйся, яко просветилось и люди славите слово воистину единосущное при безначальному Отцу. Радуйся, яко змееву главу пагубные арии в ереси поразил еси.
Радуйся, яко тобою пожертвовать злоба. Радуйся, неверного мудреца, совокрос никакой истине вере обративый. Радуйся, Спиридоне предивный, чудо творче. Жизнь проводя в убожестве и нищете, нищим и бедным был еси питатель и помощник, и любве ради к нищим змия в злато приложил еси, и дал еси оное требующему твоея помощи, девящийся о чудеси сем, благодарственно вопием к Богу. Аллилуйя! 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 Слышано быть всем и всюду, яко святитель Спиридон, воистину есть жилище святые Троицы. Вселися бо в нем Бог Отец, Бог Слово и Бог Дух Святый. Сего ради ты словесы и деяньми проповедал еси всем христианам воплощенного истинного Бога вопиющий. Радуйся, словес Божий в тайниче, радуйся, дома строительство Божие, о спасение мира уяснивый. Радуйся, яко научилась и не испытывать, чья жизнь превыше разума и мудрости человеческие. Радуйся, непостижимую действующую в тебе силу Божию явивый. Радуйся, яко устами твоими провеща сам Бог. Радуйся, яко все послушав у тебе в сладость. Радуйся, мглу и делослужение разгнавы. Радуйся, яко многих к истине вере привел еси. Радуйся, яко главы невидимых змеев поразил еси. Радуйся, яко тобою прославляется вера христианская. Радуйся, яко свято озаряешь и всех ублажающих тя. Радуйся, поборничи христианские веры и православия. Радуйся, Спиридоне предивный, чудо творче. Божественного Духа преисполнен был еси святителю Спиридоне, ради добродетельного жития твоего, за не кроток, милостив, чист сердцем, терпелив, непамятозлобив, страннолюбец был еси. Сего ради Творец и в чудесех преславно показатя, мы же, прославляющи Бога, прославльшаго тя, вопием Ему. Аллилуйя! 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 Равно ангельно Спиридона зрим, великого чудотворца, некогда страна от бездождя и засухи вельми пострада, бысть глад и язва, и многое множество людей умроша, молитвами же святителя сниди с небесе на землю дожди, люди же, избавшися от бедствия, благодарственно взываху. Радуйся великому пророку мили и уподобивайся. Радуйся, яко дождь отъемлющий глады недуги благовремени низвел еси. Радуйся, паки молитвами своими небо заключивый. Радуйся, яко немилосердного купца лишением имения наказал еси.
Радуйся, я потребующим пищу обильно даровал еси. Радуйся, я по любо благоутробие Бога к людям подвязаеши. Радуйся, в земле немощи немощных. Радуйся, Бога благодатный человеком помощниче. Радуйся, болящим здравие подавай. Радуйся, Его же трепещут демони. Радуйся, бесчисленных чудес источниче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудо Творче. Завеса ветхозаветной скинии, закрывавшего святая святых, ковчег, манну и скрижали, и храм Твой, святителю Спиридоне, и мать раку Твою, яко ковчег, святые мощи Твоя, яко манну, сердце Твое, яко скрижали, божественные благодати, на них же зрим начертанную песнь. Аллилуйя! 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 Народ Кипра некогда за умножение беззаконий наказа Господь бесплодием земли. Егда же приди к святому Спиридону, знаемый земледелец, прося помощи, даде ему святый злато. Минувшу же бедствию, земледелец он и возврати паки злато. И, о чудесе, злато змий бысть, прославляющий Бога, дивного во святых своих вопие. Радуйся, яко Моисею чудесно приложившим уже змея подражал еси. Радуйся, человеколюбивый пастырь, избавляя от бессловесной овцы стада своего. Радуйся, обильно всех всеми благами обогащай. Радуйся, яко Илия бедных питавый. Радуйся, немилосердных милосердие обращай. Радуйся, достоподражаемый пример любви для человека в мире живущих. Радуйся, верных и неверных в бедах утешение. Радуйся, древо семнолиственное, град и страну осеняющее. Радуйся, слава и похвала киркирян. Радуйся, над влагой и сушею, зноем и хладом, благодатью Божией владычествуй. Радуйся, уставы земли молитвою применяй. Радуйся, будущее, яко настоящее провидевый. Радуйся, Спиридоне, предивный чудо Творче. Ходатай пред Господем за всех явился Иси, святителю Спиридоне, сего ради и мы прибегаем под кров Твой, ищущий спасения, всего помощника Тебе има мы во всех нуждах, во время глада, смертоносной язвы и во вся годины бед и искушений, сего ради благодарственного пием Богу. Аллилуйя! 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 Новое чудо видим и боголепное, егда Ты, Отче, шествовал еси избавите неповинно осужденного на смерть. Бурный поток прегради путь Тебе. Ты же именем всемогущего Бога повелел еси ему стати,
И пришел еси со спутники через реку, яко по суху. Слава всем чудеси распространися всюду, и вси прославише Бога, вопиюще к Тебе. Радуйся, яко иногда Иисус на вишне взял на реку по суху пришедый. Радуйся, речное устремление гласом своим укротивый. Радуйся, яко трудный путь предприял, еси движимый милосердием. Радуйся, яко клевету разрушил, еси неповинного от уст темницы и напрасные смерти избавил, еси. Радуйся, жизни по Бозе благи поспешниче. Радуйся, неповинно угнетенных защитителю. Радуйся, устав, если став одного применителю. Радуйся, яко судею вразумил, если я от убийства спас, если. Радуйся, истинное исправление душ. Радуйся, дивная сила потоки удерживающая. Радуйся, услаждающий сердца человека к тебе притекающих. Радуйся, человеколюбию Авраама подражателю. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Странник и пришлец был еси на земли, яко же и прочие человецы. Обаче из чрева матери всеведущие великого угодника и чудотворца показатя святителю Спиридоне, бесы бо изгоняюши, всякую болезнь и язву исцеляюши, помышления людей зриши, тем же и дивен во святых показался еси. Мы же, воссылающие молитву ко благодателю всех Богу, вопием Ему. Аллилуйя! 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 Весь мир ужасом многим содрогнуся, егда услыша, яко смерть по гласу Твоему возвращает из гробов мертвецы своя, и возопи. Радуйся, умершую честь свою, да явит врученное ей сокровище к жизни возвавы. Радуйся, скорбную вдовицу на сохранение злато вдавшую утешивы. Радуйся, умершая, отрача из мертвых воскресивы. Радуйся, яко матери его внезапо от радости умершие ожививы. Радуйся, яко уподобился Иси Илии молитвами сыну царевские жены жизнь возвратившему. Радуйся, яко и Елисею возбудившему от смерти отрача подражал Еси. Радуйся, пастырю преискренне любящий человеки. Радуйся, жене блудницы слезами нози твои, омывшей грехи именем Бога отпустивы. Радуйся, святую ревность верховного апостола стяжавы. Радуйся, яко нераскаянная грешница по глаголу твоему в тяжких болезнях умре. Радуйся, земле плодоносие молитвами твоими испросивы. Радуйся, непреложное воскресение человека в умерение. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Духа божественного сияньми озарен был еси святителю Спиридоне. Имел бо еси духа премудрости, яко мудрыми словесы безумных обуил еси, и посреди отцев веру утвердил еси,
Духа разума, яко умы омраченные, озарил еси. Духа страха Божия, яко вынуделаний богоугодными, душу очистил еси. Тем же представ престолу Вышнего, сонмом ангелов воспевающе ему. Аллилуйя! 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 Жезл пастыря словесных овец, от пастыря начальника Господа Иисуса приемый, святый Спиридон, не примени жития своего, нестяжателен, кроток, любви ради вся терпяй, не постыдися, пищися и о стаде бессловесных овец, вся сия возбуждают нас славить и Бога, и взывать и Тебе. Радуйся славу мира сего, яко суетною презревый. Радуйся мзду много на небесе всежавый. Радуйся красное мира сего в уме ты мнивый. Радуйся сосуде небесных благ. Радуйся святейшая пажити киприотов. Радуйся, яко тебе ради Бог хищников овец твоих невидимыми узами связа. Радуйся, Тате Матическое вразумление преподавы. Радуйся, по милосердию твоему за проведенную бесноночевна им даровавы. Радуйся непослушанием козлище, якобы разум имущего купца, утаившего цену его обличивый. Радуйся, утаившего сребреники твоя к покаянию приведы. Радуйся, яко страсти корыстолюбия увещанием своим исцелил, еси его. Радуйся, Спиридоне, предивный чудо творче. Спасай души паствы, Богом тебе вверенные, ты, святителю Спиридоне, произволением Божиим зван был еси явить и славу свою, паче же славу истинного Бога и в иные страны, да всюду славят имя Божие, вопиюще, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Скорый помощник и заступник во всяких нуждах и скорбях, святый Спиридон, по повелению цареву, яко же и прочие пастыри, прииди во град Антиохию, иде же бе одержимый болезнью царь Константин, святитель главы его коснуся и сотвори здраво, сему чудеси дивящейся, вопием ти. Радуйся, его же в сонном видении ангел, яко целителя яви царю. Радуйся, божественная, ради любви трудный путь старости восприявы. Радуйся, цареву рабу, ударившему тебя в ланиту по заповеди спасителя другую подставивы. Радуйся, столпе смирения. Радуйся молитвами своими слезно просящему царю здравия даровавы. Радуйся, яко уничижением своим раба вразумилыси и немилостивый нрав его применил еси. Радуйся, яко благочестию и милосердию царя научил еси. Радуйся, яко ненавиди земное сокровище злато царя отверг еси. Радуйся, яко ученика своего Трифилия от пристрастия к земным благам отвратил еси, и сосудом благодати Божия содел еси.
радуйся, яко пришедший тебе в Александрию идоли подоша. Радуйся, ему же и беси повинуются. Радуйся, яко от идола служения многих отвратил еси. Радуйся, Спиридоне, приди мне чудо творче. Пение ангельское бысть, егда во храме приносил еси святителю Спиридоне, вечерние молитвы твоя, и небеша сослужащие тебе. Жители же града, дивное пение слышавше, в недоша в храм и никого же видевше, с горними силами воспеваху. Аллилуйя! 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 Светозарное солнце мирови, собеседник ангелов был еси на земли святителю Спиридоне, предав же дух твой в руце Божии, преселился еси в горние селения, моляся за мир пред престолом Владыки, мы же живущие на земли, вопием ти. Радуйся, яко тебе еще живо суще сослужаку ангели. Радуйся, псалмопение архангелов слышавы. Радуйся, видимый образе нашего преображения. Радуйся, яко недоставшую елея в храме Бог тебе ради с избытком лампады наполните. Радуйся, лампада божественного сияния. Радуйся, сосуде благодати Божией, обильно подобней лилею, наполняющей душу твою. Радуйся, неиссякаемый источниче пресной, источающий всем токи благодати. Радуйся, о нем же изумляются ангели. Радуйся, прислушание диакона в храме наказавы. Радуйся, тщеславившегося своим глазом и глаза и языка лишивы. Радуйся, яко во время зною внезапу раса смешачая свыше священную твою главу прохлади. Радуйся, в знамении всем близость представления своего провидевы. Радуйся, Спиридоне, предивный чудо творче. Покров и прибежище бывай всем к тебе притекающим, верным, еще в житии твоем, ты, святителю, не оставил еси нас сирых и по твоему успении. Бог, побеждающий естества чин, сохрани святые мощи Твоя нетленными во укрепление православной веры и благочестия, в знамение бессмертия, Его же прославляющего пием. Аллилуйя! 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 Воспеваем Тя, Святителю Божий, яко удивилися мир чудесы, истекающими от святых мощей Твоих, всибо с верою приходящие и лобызающие их получают вся благопотребная просимая, и мы, давшего Тебе крепость, венчавшего Тя венцем нетления, и действующего Тобою Бога прославляюще, вопием Ти. Радуйся во время глада корабельником, явившись и пиши доставите повелевы. Радуйся слепым с верою, притекшим святым мощам Твоим зрение даровавы. Радуйся от неисцельной болезни отрока исцеливы.
радуйся, бесы из жены изгнавый, и здравый сотворимый. Радуйся, возбранный воевода Киркиры. Радуйся, яко полчища злочестивых Агарин изгнал еси, и корабли их в пучине потопил еси. Радуйся, Егоже, видишь, окруженного сонным ангелов, десницы меч державший, трепет врагов привеша. Радуйся, создайте себе храм воеже, совершайте в нем литургию на пресном хлебе воеводе возбранивый. Радуйся, воеводу латинского лютою смертью поразивый. Радуйся, молнии изображений его в доме в Венеции сожегший. Радуйся, отступственное лжемудрование Запада посрамивый. Радуйся, единую православную веру быть истинную и спасительную для человека утвердивый. Радуйся, Спиридоне предивный, чудо творче. О причудный святителю Христов, Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напастей, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений и изми от вечной смерти всех вопиющих о Тебе к Богу. Аллилуйя! 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 О причудный святителю Христов, Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напастей, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений и изми от вечной смерти всех вопиющих о Тебе к Богу. Аллилуйя! 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 О причудный святителю Христов, Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напастей, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений, и изми от вечной смерти всех вопиющих о Тебе к Богу. Аллилуйя! 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 От юности украшенной всеми добродетелями, житием своим ангелом подражавы, Ты, святителю Спиридоне, воистину показался еси друг Христов. Мы же зряще тебя небесного человека и земного ангела со благоговением умильного пием ти. Радуйся, уме созерцая тайны Пресвятые Троицы. Радуйся, обогатившись духа пресветным сиянием. Радуйся, светильничем многосветлый. Радуйся, ум твой бесстрастием просветивый. Радуйся, им влады истинную простотой безмолвие возлюбивый. Радуйся, украшение целомудрия. Радуйся, любви неистощимое струе. Радуйся, яко страннолюбию Авраама подражал еси. Радуйся, яко всем любви обильно входы дома своего отверзал еси. Радуйся, нищий предстателю. Радуйся, пред ним же благоговеют люди. Радуйся, яко ты и сие обиталище Пресвятого Духа.
Радуйся, Спиридоне предивный, чудо творче. Препрославленный от Господа, святителю и чудотворче Спиридоне, ныне всечестную память твою празднующе, яко многомогущему споспешествовать и нам прославшим тебя Христе, умильного бием ти, избави нас от всяких бед и зол, да с благодарением зовем ти, радуйся, Спиридоне, приди мне чудотворь.